Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. О нет, когда у тебя нету перков? Не-не-не. Когда у тебя нету перков, их предлагают, у тебя минус один просто выбор героя. Только одного героя можно выбрать. Окей, ладно, поехали. Nice ass, ну вот-вот. Nice ass. Вот, Вадик, спасибо, спасибо. Нет, ты меня понял. Может, из-за этого лица и пикают их, потому что нету выбора. Может быть, они такие, опа, новая картинка. Сейчас ставлю трек. Лазин твой. И там сыграть. Мне кажется, и брони надо побольше. Если бы у них было, может, брони 15, они были бы играбельные довольно. Наверное. Ну да, то, мне кажется тоже, что основная проблема это именно с броней. Хочешь, я Мурлока отдам за один, а ты этот... А, ладно. А ты типа 2-3 бы Мурлока забрал. Ну хотя я лучше стрелу просто заберу. Так, и там, ты говоришь, один тот же стаб, да, собирался? Аквапачиться. Прикольная комба. Золотой бран, два оркестра, ты бафал, потом через него играл. Слушай, это прикольно. Только надо побольше, да, желательно, вот этих вот чуваков. Которые наги. Если один взял, второй тоже обязан брать. Ну, либо так, либо второй просто не возьмет, и тогда не возьмется. Ну, если скипишь мой трек, я сейчас посмотрю. Надеюсь, что не проскипаю. Челожи вылетели. У меня есть попутчик. Да мне можешь яблоко, в принципе, отдать. Но хотя нет, тогда тебе билка нужно будет в него прям. Надо прям, да, билка попасть. Ну, не знаю. У меня как будто нет хорошего плея для такого. Можно просто. Мы можем просто левел-то пойти. Нет, я думаю, просто левел. Просто нету хорошего плея с ним. Да-да-да. Был бы у тебя тот же попутчик, наверное, что-то придумали бы. Подожди, если трек за баллы, то... Чуть позже, наверное, поставлю. А, вижу, да. Там еще этот трек не заказал. Говоришь, этот... Надо по желанию. Блин, кидзас, конечно, прикольно выглядит. Посмотрите, когда чел вылетает. Передайте скидки, что мы номер черепашонки продаем. Ну, сейчас нет номер черепашонка. Ничего себе. Тебе дать Мурлока или пирата? У меня просто есть сам спел. Давай сабилки, наверное, начали начну. Хотя, не, давай Мурлока. Нормально? Ну, демона я тебе никак не дам, к сожалению. Арслан, да, пусть видел стоит, твой наверное. Коврик в ТГ. Очень так? Приятно, что ты считаешь чат крысами. Пи-пи-пи-пи-пи, запретка на крысином. Мышки-то просто, чтобы комочек был как бы с мышками. Это сделано ради цельной картинки. О, а можешь собрать спел? Нет, чат не считай крысами, тут не надо какая? Такого. Голду, мне кажется, пригодится. Давай, хорошо. Да, запретка, да. Может, лавлобилку нажмешь, а я тебе дам демона какого-нибудь, если мне дадут. Так, кстати, было неплохо. Просто для картинки, если был комок, и там еще куча людей стоит, это уже, ну, как бы не так. У тебя баф. Ну, коврик зоровский. Вот, там этот, нажать можно просто в ТГ участвовать и, собственно... Чё себе. Один. Я собил, конечно. Или что, думаешь, прям вообще все забрать? Да не-не, начни с обилки, может, ты прокрутишь этих скаутов, и что-нибудь дадут интересное. Ну, наверное, я могу заочить, да, и все равно попробовать на следующий собрать торпед Мурлока.
А, ты просто хочешь левел сейчас пойти? Да-да, типа монета, левел, залочил, и на следующие... Может, снова левел, нам скорее сейчас дадут эту авку. Снова следующими. Ну, снова следующими. А, хотя... А ты можешь забрать пассенджера и забрать спелл тогда, и зафризить в таком случае? Я просто тогда сделаю плей. Ламповый. А, пассенджера, ё-моё, сейчас эк. Да-да-да. Я тогда тебе хотел карту передать. Мейпл-хайдар. Раз уж нам их дали, я думал подбафать чуть-чуть. Понял, понял. Только пассенджер. Пассенджер это этот... новая карта, попутчик, только для... Только для ДОБГ. Ошибка, да, ненормально, просто 3-3 продал. Голда-то есть, нормально. Мне так дали триплет. О, интересно. Но нам дали колтузада, поэтому можно, я думаю, просто в пятерку. Вот себе голду могу дать. Но мне нужно, чтобы ты передал что-нибудь. Я могу что-нибудь передать, да. Что тебе дать? Хочешь разведчику? Мне теперь уже не нужен, по идее. Да не, можешь его открыть, я думаю. Посмотри, что внутри. Я просто могу тогда... А, ну ладно, давай. Ну да, посмотри, что внутри. А. А можешь тогда открыть второго тоже? Давай. Минус одно существо, плюс один золотой. Триплет. А, ясно. Тогда можешь собрать просто триплет и в руке его подержать. Там все равно нет стола. Ага, а мы будем что-то передавать сейчас? А не-не-не, не стоит того. Ну, голды нету на это. Сейчас, короче, пятерки будем собирать, а дальше посмотрим, я, может, ему отдам. Я возьму сидеть, ну, может, мы где-то конкретно стать было бы чище. На следующий ход. Я, может, найду что-нибудь. А у меня кортежица в жаде есть. А, точно. Мы крысы. Что думаешь? Урзул какая-то? Я думаю 4-4 он стоит. Да не, не Урзул. Такое себе. Контрабандист. Неплохо, кстати. Угу. Я собираю там, может, пиратов каких-нибудь там. О, кстати, у тебя второй пират с третьей таверны 2-2. Да-да-да, я тоже хочу его забрать. Так. Ну тут еще спел есть. Ты можешь мне дать спел тогда? Мне пирата дадут. Давай. Я тебе могу его отдать. Не-не-не, я хотел по-другому. Чтобы ты его изнул просто. А, я думал, ты его изнешь, и типа мне пирата упадет. Не-не, просто тебе тогда придется 4-я таверна, я мог тебе его отдать. А, понял, понял. А, да, все понял. Шняк. Так, тебе нужен еще один пират там. Может, я вообще в левел пойду просто? Да, я думаю, стоит того. Не хочу оставаться. Руни, да я подумал, ты смотрите, я активирую. Я просто не видел, что у него на стиле тоже пират один. Хотелось бы это 2-2 забрать пирата, но никак. Да, нет смысла, я думаю, я бы тебе какую-то голду давал, но для этого мне надо ролить, я могу не найти ее. В общем, такое себе. Смотрите, в смысле, у нас нормально. Там рандомная карта дается все равно. Я случайно распространил. Второй стол, наверное, очень сильный будет. Ага, это прям видно, что саппорт еще стол.
Плохо, сидзеточки пожрали. Ну, у меня есть просто левел и забрать этот... трубадура. Я себе могу додать 4-2, беги. Это, я думаю, неплохо тебе будет. Ну, давай. Может, сейчас что-нибудь еще поищу. О, я могу тебе второго трубадура отдать, это очень хорошо. Да, это отлично. Так, на минус двоих делаю, то есть... Думаю, ты можешь рвануть один раз. Можешь, соберешь пятерку какую-нибудь. Сабилки, может? А, не-не-не. Я думаю, ролить в Т5 очень хорошо. Потому что можно продать троих и забрать что-нибудь. Там 9-3, которая призывает шалопаек, например. Или второй 5-4. Типа ты мне монету, что ли, дашь? Или... Просто не-не-не, сейчас трачу? Не-не, можешь просто продать троих. Ну, типа, ну, не надо голду просто сейвить. Скорее про это. Ну вот, допустим, 6-6 забрать и мне карту дать. Это тоже очень сильно. Так у меня не получалось же. И ты хотел его продать. Да-да, я хотел продавать просто мусор и... Да-да-да. Ну, 6-6 забрать. Так это же пират ради... Это триплет потенциальный, и пираты же на этот... Да-да-да. Просто, ну... Очень сильно, когда левелапаешь, забирать что-то из таверны, в которую ты левелапнул. Скорее, такой просто концепт. Я понял, просто хотел лишнего пирата продавать. Ну да-да-да. Тоже имеет смысл. Там погоня просто, ребят, плохо происходило. То есть я продал бы просто двоих, две карты, и забрал, то типа окей. Но нужно продавать. Лишние карты сейчас стола играть, меньше сейчас на столе. Я могу тебе отдать голду при желании, если у тебя что-то будет. А, мы опять против мертвых. Тогда да, в шестерку можно идти на чего-то. Я тоже думаю левел сделать, я может тебе ловца просто дам, и ты мне будешь с ловца давать картежницу условно. Или подожди, не, давай не, я... Не. Я тебе ты по шестерке дам. Ты просто забери ее, просто да-да-да. Потому что я тебе что отдам, четверки, тут нечего отдавать. Ну, я думаю, я всегда вот так вот делаю, потому что... Я думаю, есть смысл тебе какого-то исполнителя давать, уже немножко в скам перебывать? Что-то вы злые сегодня. Пошутили немного и норм. Мне уже неудобно стало. Отдать 3-4 пиратка, чтобы обратно, да. Вот это я понимаю контент. 300 хэквен на шоколадку. Че думаешь тебе отдавать этот трубадур, чтобы ты мне его обратно отдал? А, подожди, я не могу уже отдать. Не-не, не, это слишком дорого, это не стоит того. Надо ролить. Ну да, типа я не хочу справа давать. 3-9, кстати. Ну, мы против мертвых играем, оно ничего не сделает. Ну, монстр есть. Не-не-не, надо 2-4 продать, паролить. Надо что-то лучше сейчас мне отдать. Спилкрафт реализовать. Все такое. Я думаю, ты можешь собрать спел и просто подролить, да, что-нибудь найти одно. О, Лероя. Ну, можно Лероя, я думаю, тогда. Тогда соберу вот это и просто вот это соберу. Ты слабо, ладно. Кажется, ты идешь к победе. Просто нельзя мусор собирать. А тебе 17. Это плохо. Ладно, я еще что-нибудь. 3-2 элементаля. Ну, ты уже скипнул. Мне неплохо было бы. План, возможно, какой-то. Центров нет, да? Да не. Такое себе, да. О, а можно мне 2-6? А, уже нет в магазине его. А 6-4 мне хорошо тоже будет.
Я тебе могу трепета дать, это а ты скипнул там, динозавр был. Да-да-да, давай. Там 2-6 был, который на атаку динозавра, мне было неплохо зашел. Я просто в это переобулся. Ну, познал это уже. Так. Да, вроде он так вот. Вот так вот. У меня еще есть динозавр, это ты схочешь? Не-не, я уже продался под него. Мне нужна одна голда, я тогда могу тебе отдать элементали, чтобы ты каких-нибудь элемов поиграл, наверное. Но Лерой мне не нужен сейчас. Ну я тебе Лерой могу дать. Да не-не-не, не нужен, не нужен мне. Тебе нужно скеллинг найти. Что-то просто экономика тебе получается. Ну да-да-да, я тебе тогда отдам рекомментали. Блин, не знаю, сейчас по реке. Монстр хорошо, ты когда его раскапываешь, да, ты мне тоже даешь. Ну хз, пока слабовато, конечно. Да-да, просто мы не нашли так много всего. Я думаю, стоило тебе мне 4-2 отдать, который этот... с третьей таверны Элем на роллы. Я думаю, мне бы он зашел. Тренировщика? Угу. Да, ладно, согласен. У нас будет 4 ролла на следующий ход, если что. Понял. Ну, стал, кстати, на самом деле, ресурсы тебе даже не больше нужны. Адекватные. Так. Можно мне 3-3 отдать со спиллкрафта? Без проблем. Похоже на трифле. Надо, вроде не особо, да? А тебе нужно патрулить чуть быстрее, потому что у меня 4-4 есть в магазине, если ты хотя бы найдешь, то там можно будет что-нибудь придумать. Ой, Рольч, ну это тебя уже зайдет, там, ты уже в лемах. И тогда тебе отдам вот это вот. Сам просто в скам пойду. А, ну и вот это, в принципе, могу отдать. Но мне от тебя нужна одна голда. Что сделаем? О, спасибо. Не знаю, просто что-то разыграем. У меня для тебя рерольщик есть на следующий ход. Золотой будет. А, ну вот, отлично. Ладно, мне пойди рекомментарь будет золотой плюс дух, и сейчас не знаю, что ему надо собирать. Пока все слабо. С этой песней я ставлю потихоньку песню. Насчет того, почему там спросили, почему Скенга нет, не отвечает, когда в чате он пишет на английском, а, ну типа здесь он на английском болтает. Вроде как все очевидно, у него... На стриме в основном говорят на как бы на английском, точнее, ну, англоязычная аудитория. Из-за этого очень неудобно, если ты пишешь как бы... То есть одному на английском, а другому на русском. Некоторые чуваки просто не поймут.
Это по сроте Зорга, что ли? Которая, этот, ведьма плюс Реворд. Из золотой игру. Да, я слышал, как он об этом говорил, просто. Она была полезная. А, ну просто мы играли, и он очень хотел эту ведьму. Мы ее собрали, золотую. Я ее поставил только на один бой, и она ничего не сделала. Нормально. Сейчас. Ты можешь его сыграть тогда на стол? Рожка, она сейчас сделает. Ну, для бафа просто. Я понял. Я могу себе магмалока дать. В принципе. Я думаю, тебе неплохо будет. Ну, давай. Так, закончить просто на нем. О, я могу тебе брана дать. Тебе же нужен бран? Наверное, нужен, да. Давай. Не клыкает? О, ведьма. Моя любимая. Я, правда, сейчас забирать не буду. Блин. Как же долго это все анимация идет! Просто меня нет. В общем, мне нужна золотая шипа ведьма, мне нужны герои, мне нужна ведьма, мне нужны таунты. Да, я, в принципе, готов. Это не анимация идет долго именно из-за монстра. Менталь. Да ролься, алло. Надо в него. О. Держи. Че, туалет охота? Мозги? Чья туалет охота? Так, 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 поехали дальше. Сух, шпейма, ща одна. Ща мадам. Ведьма, это мне хорошо будет. Ща дам, ща дам. Ща дам, все хорошо. Так, ладно, я отойду.
Так, все тут. А ты? Мне нужно все тут. Скама. А, ты отходил, что ли? Да, я отходил. А я еще не сказал, что ли? Не-не-не, я не слышал. А, блин, значит, на эту кнопку нажал. Я тебе могу яд дать, исполнителя. Да-да. О, а можно мне ведьму тоже отдать? Я вот думаю, как раз ведьму отдать. А это, нет, я тебе не давал? А вот мумификаторы. Есть этот переодетый грабитель, уничтожить его. Чтобы дать Карге реборн. Кстати, да. Да, это хорошо, да, я сделаю. Я могу тебе сюрприз задать, что у тебя в триплет собирается. А, аргументальный, это хорошо. Хорошо, да. Каркаще добавил, ну, такое. Киквейт. Даже так круто вышло. Сейчас еще направо было. Ну да, я просто хотел затаунтить, потому что с одним таунтом и двумя шиповедьми это как-то такое себе. Ты встал, его стол разобрал. Ну вот. Одного заскамила, со вторым ты справляешься. Чё-то рыжь, как моя бабуля. Чистая бабуля, быстрая. Не, на самом деле, здесь меня лагает жестко, потому что мы играем на этом... На... Мы выбьем, случайно. Короче, мы сейчас играем на Америке. Там наилучше залагало. Ясно, вообще ваншот. Не срать, да не, лучше ребят не этот. Лучше, ребят, не терпеть. Так, ладно, пойдем на Европу, наверное. Да, го на Европу попробуем, там меньше лагает. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.